Атака беспилотников на Новошахтинск отражена сегодня утром. Как сообщил губернатор, три БПЛА под воздействием дежурных систем РЭБ упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов. Погибших и раненых нет, но предприятие пришлось остановить. А вот в Волгодонске накануне была ложная тревога в СМИ и соцсетях. По информации военных, ПВО там не работало, АЭС работает штатно. Василий Голубев призвал не поддаваться на вбросы и провокации и сохранять спокойствие. Гражданина России, помогавшего службе безопасности Украины, задержали в Ростовской области сотрудники ФСБ. Подозреваемый тайно общался с представителями СБУ как разведчик на территории нашей страны. Возбуждено уголовное дело по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством». По ней грозит до 8 лет лишения свободы. 46 мигрантов отправлены в военкоматы для постановки на воинский учет. Это один из результатов рейда сотрудников отдела миграционного контроля МВД по выявлению иностранцев, незаконно работающих на объектах торговли Ростова и Аксайского района. Также зафиксировано 20 нарушений миграционного законодательства. Административные протоколы составлены за нарушение правил въезда в Россию и режима пребывания в ней. За незаконную трудовую деятельность и нарушение срока обращения за патентом. Выяснилось, что два иностранца работали по поддельным документам, что грозит уголовным делом. По итогам рейда решено выдворить из страны 6 иностранцев, 4 оштрафованы без выдворения. Больше половины детских игровых площадок в Ростовской области устарели и уже не соответствуют нормативам. Так что их будут менять на новые – современные, многофункциональные и прочные. Причем местного производства, сделанные под заказ. Проекты типовых игровых зон губернатору представили на совещании в Цимлянске. Это комплекс многофункциональный с упором на физическое развитие, с различным функционалом, а также качеля для нескольких детей. Ну, тоже такое достаточно популярное в использовании пользователями. И также требования к цветам, требования к каркасам, чтобы антивандальное было, чтобы использовались долгосрочные материалы. Василий Голубев поручил завершить разработку универсальных проектов детских игровых площадок до 1 июня. А МинЖКХ по требованию губернатора до конца года подготовит предложение по субсидированию закупки новых игровых комплексов или детских городков. Получить эти деньги смогут только те города и районы, которые заложат в местном бюджете средства на обустройство основания, ограждения и освещение площадок. Давайте больше не обсуждать тему, а начинать делать. Закладывайте подходы, организацию. Мы просто начинаем. Уважаемые главы, понятно, что каждый из вас должен знать, сколько у вас сегодня таких площадок, которые требуют замены. Понятно, что, наверное, надо их начинать делать в тех местах, где много людей проживает, прежде всего. Клуб для мам особенных детей открыла в Ростове «Единая Россия». На первой встрече мамам дали мастер-класс по живописи, и они нарисовали пейзажи для бойцов СВО, подписав их пожеланиями. Большое доставляет удовольствие. Испытываешь даже какую-то внутреннюю дрожь, мурашки от того, что какое-то творишь произведение, ну, лично свое, которое вот идет, ну, из души, да, то есть ты знаешь, для чего ты еще это делаешь, и душа, ну, женская, да, может, больше раскрывается. Встречи в клубе планируются просветительские, развлекательные, спортивные и культурные. Среди важных приоритетов работы законодательного собрания Ростовской области социальная поддержка семей с детьми, в том числе семей с особенными детками, и, а также семей, чьи отцы сейчас в зоне СВО выполняют боевую задачу. Клуб открыт по просьбе самих мам, которые смогут здесь общаться и отдыхать с пользой. Футбольный Ростов выбит в Кубке России с пути РПЛ на путь регионов. Напомню, в первом матче четвертьфинала наш клуб сыграл с ЦСКА 1-1. На ответный Валерий Карпин выставил основу, но победить не смог. В первом тайме команды от голов были далеки, а в середине второго забили армейцы. За 10 минут до конца судья не назначил ворота ЦСКА. Бесспорный, казалось бы, пенальти за игру рукой.
И тут же соперник добил разочарованных ростовчан. Поражение 0-2, и тем не менее в розыгрыше кубка остаемся на пути, где уже не будет права на осечку. Все, морозы закончились. В прогнозе до следующего вторника их нет даже ночами. Сегодня под луной 0, а днем в четверг плюс 7. И есть вероятность дождя, пусть и небольшая. Зимы добавляет сильный восточный ветер скоростью 7 метров в секунду. Атмосферное давление чуть упадет. 758 миллиметров ртутного столба на барометрах.